Каждый день. Итак, каждый день мы в лагере занимаемся спортом, отрабатываем свои физические данные, получаем как опыт, также в борьбе то, что собираются все борцы с Хакасии. Боремся, бегаем. В отличие от других, как в городе, мы не отдыхаем, а тренируемся. Куда лучше, чем ходить, пить пиво или курить там во дворах. Ну, кормят очень хорошо в лагере. Занимаемся мы с улыбкой на лице. То, что сами понимаем, что это в дальнейшем нам самим пригодится. Здоровье, правильно ноги вставь, подворот, голову в сторону немножко, подбив, рядом садимся. Можно. Здравствуйте, меня зовут Баргаяков Юра. Я учусь в СОШ, станция СКИС, средняя школа, 21-я. Меня зовут Загатин Андрей. Учусь в среднеобразовательной школе, СОШ номер 21. Люблю заниматься борьбой. Там дает дух, там самозащиту. Меня зовут Чептигаш Виктор. Учусь в 6-м классе. Село Есин. Я занимаюсь борьбой 5 лет. Меня зовут Осачаков Игорь. Перехожу в 8-й класс. Живу в поселке Аскиз. Меня зовут Лохонин Алексей. Учусь в Усесинской СОШИ. Занимаюсь борьбой 4 года. Первый раз я боролся, не знаю, в лет 7, наверное, 8. Тогда было очень страшно на первых соревнованиях. Волнения были в Новокузнецке, потому что я в Хакасии, боролся там, всех знал, а в Новокузнецке, когда я приехал, волновался, определил свой страх и занял первое место. В городе Красноярске я очень сильно волновался там, никого не знал. Мой сильный страх был в городе Красноярске. Я очень сильно волновался, там было много народу, но я настраивался на схватку. Когда выходил на ковер, уходил как-то сам. Стать чемпионом России. Выиграть Олимпийские игры и стать чемпионом мира. Стать чемпионом мира. Помогать другим. Тоже стать чемпионом мира, наверное. Быть сильным, защищать слабых. Стать мастером международного класса. Стать чемпионом мира. В лагерь уже мы здесь в 3-й год приезжаем. Как первый сезон. Сейчас больше народу у нас, как
Первый год так не очень было. Ну как, корпус заполняли. В этом году у нас больше получилось. Разный возраст. Старшие, средние, младшие. Ну как, утром подъем, 7:30 у нас час отработки. Завтрак, уборку не здесь. Потом 10:30 тренировков. Первая тренировка идет. Почти 2 часа тренируемся со всеми. Ну и третья тренировка у нас происходит с 5 часов до 7. Ну, нагрузки у нас у всех по-разному. Кто старше, конечно, побольше нагружаем. Средний так, по среднему, младшим поменьше нагрузки. Ну, первые дни, конечно, им тяжело. Сейчас все дальше уже привычнее стало. Повеселее. Первые дни как-то всегда тяжело. Привыкает к нагрузкам. Главное, что первые дни родители не приезжали. Обычно родители приезжают, они сразу начинают у нас плакать. Не могут бегать, все. Ну, сейчас кто это, уже многие уже все привыкли. А есть у нас, которые здесь уже 2 года были, они как бы уже к старшим группам перешли. У нас как бы возрастным у нас белье есть, они сейчас туда переходят. У них результат уже есть, они чемпион уже федерального круга по своим возрастам. Уже на российских участвовали, всероссийских турнирах. Ну, результат, конечно, есть. Здесь же общая физическая подготовка идет. Мы как бы подводим к этому возрастным. Кто выдержал, тот отсеялся, кто не выдержал, остался. Мечта, да, довести какого-нибудь ребят, ребенка до Олимпийских игр. Отряд наш девиз. Миру, мир, войны, не нужно. Мы понимаем дружбу. Дружба. Отряд наш девиз. Миру, мир, войны не нужно. Мы планету назвали дружба. Давай. Я приду ключ. Это я! Это мы! Это мы! Лучшие люди! Меню у нас всегда насыщенное, калорийное и питательное. Вот, например, хотя бы возьмем мы за 28 июня. Каша рисовая, сыр, колбаса, чай, хлеб с маслом. Так, на обед у нас идет суп лапша по-домашнему, котлета домашняя и гречка отварная, компот из брусники. На полдник у нас идут сырники с джемом, яблоко и сок. На ужин салат из свежих помидор, рыба жареная, запеченная в сметанном соусе, картофельное пюре. На поужин у нас идет рожок с маком, ряженка и конфеты. Меня зовут Света. Я из 3-го отряда. В этом лагере мне понравилось. Здесь вкусно кормят. Много развлечений, бассейн, дискотеки. Меня зовут Ломатина Ладрена. Мне 10 лет. Мне этот лагерь очень нравится. Мне нравится воспитатель, я очень люблю петь. Мне некоторые крючки нравятся. Вязание, посередине. И здесь очень вкусно кормят. Я Кравчук Светлана Алексеевна, шеф-повар детского лагеря «Серебряный ключ». В компании ВСК я работаю 5 лет. В этом году мне исполнилось 50 лет, юбилей. И здесь я вот встретила его. 4-й год я уже работаю в лагере «Серебряный ключ». Всегда готовим мы с любовью. Мы знаем, что дети едят, что они любят, что всегда добавки они просят, и всегда мы даем им добавки. И они всегда благодарны, они всегда даже спрашивают, даже еще говорят, еще не кушали, уже говорят, что. А добавка будет? А добавка будет? Естественно, будет. Ты же не знаешь, вот, что, например, ел, да? Мы знаем, что вы вкусно готовите. Поэтому они всегда едят с любовью. И всегда они даже вот... Кто поел, говорит, спасибо, спасибо, спасибо.
И знаете, как это на душе приятно, когда они вот всегда благодарны. Даже вот можно посмотреть рисунки, которые они изображают, вот повар. То такой худенький, то такой полненький, то такой всякий, даже смешной. Вот эти рисунки я возьму на память. И они всегда то письма пишут, что хотят, это самое, например, что желают. Так что в основном вот деточки наши всегда довольны. И вот у нас даже спортсмены, вот который год, они только из-за питания. Потому что питание зависит, настроение человека зависит от его питания. Как он питается, как это самое, как он... Ну, все полностью зависит от питания. Я вообще-то рада. И всегда, представляете, вот когда 60 человек встают и тебе хором говорят: «Спасибо, Светлана Алексеевна, наша добрая фея». Поэтому мне так приятно, у меня аж слезы на глазах выступают. Честное слово. Лагеря выбрано не случайно, ведь в окрестности бьет ключ, обладающий целительными свойствами. Добавить здоровья и хорошего настроения – таежный лес вокруг лагеря. Прибавьте к этому новых друзей, песни и танцы – удивительный мир, где безгранично властвует фантазия и творчество, и вы никогда не забудете время, проведенное в лагере. У нас зарядка начинается пораньше, в отличие от пионеров. Мы встаем пораньше, чтобы пораньше выйти. Ну, у нас с 7:30 начинается зарядка до 8:30. Пробежка, отработка приемов, имитация стойки, растяжка на этих работаем. Ну, основа и имитация приемов. В 8:30 мы заканчиваем, идем готовимся к завтраку. Завтрак у нас начинается 9:15, 9:20 примерно. Вот так. После завтрака идет сборка территорий, комнат, подготовка к первой тренировке. Первая тренировка у нас начинается с 11:00 до 1:30. Ну, потом также все восстанавливаются в душ. После душа идем обедать. После обеда у нас тихий час. После тихого часа у нас опять вечерняя тренировка. 17:00 начинаем вечерняя тренировка, работаем, общая физическая подготовка начинается у нас, силовые. Ну, также идет 2 часа у нас тренировки. Также отработка приемов также идет. Сначала кросс, примерно 8 километров. Идем, у нас есть спортивная площадка, идем на перекладины, турники. Ну, если вы, когда есть, идем на ковер, там свои... по своему виду отрабатываем прием. Ну, 7:30 у нас начинается, конечно, ужин. После ужина у нас идет мероприятие. Здесь у нас воспитатели проводят мероприятия, конкурсы. После конкурса у нас, как обычно, дискотека, где-то без 15:00 и 11:00 заканчивается. И в 11:00 у нас вечера. Ну вот этот серебряный ключ, он как создан для детского, вот отсюда они начинают вырастать. Когда уже старше становятся, конечно, у нас войска сделал еще для старших ребят на озеро Белье. Уже там мастера, кандидат. Вот с этого лагеря они уже постепенно переходят туда. База как бы получается у юноши здесь. И там дальнейшие уже старшие там повышают свое мастерство.